Как тебе? No, please. Пошла вон, блин, просто... Изи, блин. У меня чел стоит в пристрое на первом. Я тут не смогу отыграть. Или я вот этого слышал? Крыша. Еще чел, пикнешь, может быть? Ладно, я внутрь. Прямо у Меченки, видимо, встал. Да, магазин перезаряжает. Ну, это относится к танкистам. Вы вот, например, знали, что в арме, вот чтобы управлять танком, да? То есть там надо, допустим, 3 человека. Чтобы было у вас 3 человека. То есть вы как мехвод рулите. Кто-то там наводит пушку, крутит пушкой. Есть командир, который осматривается все это время. И у некоторых, допустим, у того же самого у Абрамса есть, например, еще и заряжающий. То есть вот ты, допустим, рулишь, да? Другой говорит, вижу, блин, цель там, там-то, там-то, азимут такой-то, отдаление такое-то. Стрелок наводит туда башню. Говорит стрелку, заряди мне осколочно-фугасный. Он заряжает осколочно-фугасный. И вот вчетвером они работают, одним танком рулят. Это ваши танчики, например, это вообще близко не стояли к этому. И это всего лишь танк. Винторез. Не, винторез даже брать, наверное, не буду. Ха-ха! Пошла вон, блин, просто... Изи, блин. Просто изи. Тип на крыше, так я же его не убил, а только ранил его. Он забежал внутрь, я вот его настиг потом. Чел, ладно, я глухой в шлеме, но ты-то как меня пропустил? Маленький уровень, что ли? Либо просто не один. Нет, нормальный уровень. Пойму немножко, где он там стреляет. Пойдем искать его, короче. Как ты, блядь, остался жив? Дружочек. Еще один на третьем этаже. Что чат? Мне надо новый магазин, бля. Сколько тут еще, как думаете? Ой-ой-ой, так. Какие уровни-то хоть? 50-е? Хорошо. Так, погоди секунду, я обезбол посмотрю. 90 секунд, нормально, идем.
Нихера. Нормально чел бахает, молодец. Так, послушаем. А, он у двушки сидел, контролил меня, прикиньте. Офигеть. Запрыгнул ко мне на первый этаж. И встал, да? Ты молодец. Ничего не понял. Было четкое дерево, как он запрыгивает на первый этаж. Чел просто пропал куда-то. Ничего не понял, ну ладно, хорошо. Вот магазин сейчас перезаряжает. Он на третьем сидит, что ли? Чел, ты меня на третьем ждешь? Так сейчас я приду, погоди. Да, я броню только посмотрю, какую-нибудь поинтереснее. Во! Вот что мне надо. Так, погоди, друг. На крышу выбежал. Нет. Вроде на крыше выбегает. Серьезно? А это не читак? Часом ли? Что-то у меня заманивал своей болтовкой. Алло, один. Кстати, я... Кого это? А, я еще в комнате там не полутал одного типа, да? Он на ходу выстрелил, блядь, чат. Да, блядь, вот 100% просто. Просто 100% читак. Он идет боком и стреляет на ходу. Что вы мне рассказываете? Смотрите, вот, двигается боком и стреляет на ходу. Что это? Ну вы мне будете рассказывать, что это не читак? Подвали, что ли? No, please. Охренел, что ли?
Это не по мне, кстати, по-моему. Ну, TTV, конечно же. Как же без этого? Голова же, чел. В смысле, блин, что за бред? Это еще какой-то левый, по-моему, да? Как тебе? Блять, самолет, как ты вовремя? Блять, сидит. Так он сзади, походу, да, был? Ага. Так. Хилиться будешь? Хера себе. Понял. А где он был-то? Он внизу был или наверху? Что-то я пропустил этот момент. Игра не слушается. Я нажимаю поднять, она не берет. Но раздраконило, конечно, неплохо. Идет. Теорию рассказывай, интересно. Но я ждал, пока чат, может быть, предположит, почему этот чел побежал к выходу. О, в тёмке один челик залез на шкаф. Ага. Либо он был на втором этаже. Я немного не понял. Ствол торчит, блять, ствол торчит, чат. Я же говорю, он запрыгивает куда-то.
Он убил типа какого-то, походу, сидя как раз-таки на этом шкафу. Ой-ой-ой, какого типа он тут убил. Вот он, смотри. Сайга, 61-й. Ой, 53-й уровень. Вот он убил вот того типа 51-го. Сидя вот где-то здесь, на жердочке. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.